Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами узнаем, как выполнять упражнение под номером 25. Прочитаем задание. Прочитайте данные слова, обратите внимание на наличие в них опознавательных признаков орфограмм, гласных букв. Запишите данные слова под диктовку в два столбика. Слева с опознавательным признаком гласные без ударения, справа гласные после шипящих и «ц». Давайте прочитаем эти слова. Чулок, роса, цирк, весна, часы, ледовый, щука, катить, циркуль, листок. Теперь давайте запишем эти слова в два столбика. Гласные без ударения. Роса, весна, ледовый, катись, листок. Гласные после шипящих и «ц». Чулок, цирк, часы, щука, циркуль. Вот и все, дорогие друзья. Спасибо за внимание.